Ребят, всем привет! Приехали на вторинный зеленый угол. Сегодня находимся на стоянке, где битые, возможно, даже есть топливные автомобили, поэтому сейчас посмотрим, что они себе представляют, сколько они стоят покупать таких автомобилей. Еще два, но, как правило, таких автомобилей, во-первых, у них ниже цена, во-вторых, у них намного меньше пробег. Автомобилей здесь довольно много, то есть раз ряд, два ряд. Ну и вон там тоже есть. Видео разделим на две части. Первая часть, вот это возьмем стояночку. Ну и вторую часть, соответственно, вон там подальше. Единственный минус, то что здесь не указана цена на автомобиль. Сейчас нам подготовят цены, что сколько стоит. Но мы пока походим, посмотрим, в каком они состоянии продаются, что с ними происходит. Так, вкратце, то есть углубляться сильно не будем. Вот, а под конец видео уже озвучим ценник. Итак, перед нами стоит Daihatsu Mira ES. Это самый свежий, самый последний кузов. Подбита она по передней части. То есть под замену идет фара, бампер, капот делается. Вот в таком вот состоянии. Лобовое стекло осталось целое, но поддушки здесь стрельнули. Она закрыта. Не на климате, а обычной крутилке. Подушка что водителя, что пассажира, они бахнули. Но согласитесь, Mira ES прям, ну, предыдущий кузов, он тоже симпатичный был. А вот еще вот по правой стороне крыло. Но крыло здесь вырезать не надо, крыло это сделают. Mira ES, она, конечно, жары дает всем по части кейкаров. Это реально хороший, клевый, надежный автомобиль. У него очень много места внутри. Ну и с виду автомобиль смотрится симпатично. Дальше идет Toyota Rush, либо Biggo, что в принципе одно и то же. Есть задний привод, есть 4WD, двигатель идет 1,5 литра. По задней части данный автомобиль целый, получил тоже по морде. Вот он открытый, смотрите, вот так вот стреляют подушки безопасности. Здесь меняется подушка. Гудок работает даже. Меняется подушка, меняется крышка. Ну, здесь либо вставка вот эта меняется, либо перешивается. То есть можно сделать грамотно, что подушки у вас будут работать. А можно сделать на продажу, что, не дай бог, в случае аварии подушка у вас не сработает. Так, здесь капот остался целый, бампер тоже. Крыло левое осталось целое. Ну, бампер как? Бампер вот это вот. Нет смысла, наверное, тут паять ничего. Тут проще, наверное, купить новый бампер. Сделать, да, вот вроде удар такой, как бы небольшой. А подушки стрельнули. Также задело ходовку, то есть поменяли здесь стойку. А вот это все, ну, либо будет расклепываться, новая часть сюда вариваться, тянуть, я не знаю. Я сомневаюсь, что здесь что-то будут тянуть. Вот, зато цена на такой автомобиль будет поменьше. Дальше стоит Toyota Prius, свежий кузов тоже. Вот видите, основная часть, конечно, по морде получает автомобили. Итак, получил по морде, смещено крыло, крыло будет под замену, капот. Капот у них алюминиевый идет, не знаю, есть ли смысл его делать. Здесь жесткости. Ну, тоже вот эту планку немного ее повело. Менять это вряд ли кто будет. Все это сделается. Вот, напоминаю, кому интересны такие автомобили, можете смело обращаться. То есть приедем уже не просто так, да, вот его посмотрим, что здесь у него там. Вот здесь фара, там тоже задело. А прям досконально посмотрим, что требует ремонта, какие нужны запчасти. Подушка взорвалась на торпедо. Ну вот они, боковые подушки безопасности, кому интересно, как они выглядят. То есть сиденье тоже менять вряд ли кто будет, скорее всего, зашьют. Но хотя, если для себя делать, покупать такой автомобиль, я бы, конечно, с безопасностью, честно, не шутил бы. Не шуточно это дело. Сверху вот здесь тоже, видите, вот они поддухи. Это полноценный, кстати, гибрид. И вот эти гибриды, они появились. Крышка багажника закрыта. 4WD.
Toyota, конечно, здесь плюс. Какие-то запчасти лежат. Видите, что-то даже уже продается с запчастями. То есть многие будут писать, говорить, зачем ты это показываешь, кому это надо. Ребят, ну, не было бы спроса, не было бы предложения. Такие автомобили берут, от вас никто ничего не скрывает, то что вот оно. Вот действительно автомобиль продается в таком вот состоянии, в каком вы сейчас его видите. Хочешь — бери, хочешь — не бери. Тут решать уже, каждый уже сам решает. А дальше стоит, это танк, Daihatsu Thor, все то же самое, все одинаковое. Тоже получил по мордашке немного. В принципе, капот здесь не глобал, делается, бампер тоже. А вот здесь он порван. Ну, все по-разному к этому относятся. Кто-то купит себе бампер, посчитает, сколько это будет стоить. А здесь внутрянка, на первый взгляд, все идет целое. Двигатель литровый, вариатор. Решетка целая, но вот болтается она. Решетка, кстати, автомобиль все больше и больше набирает популярность. Ага, он закрытый. Вот именно танки, торы, джасти, которые в хорошей комплектации на климат-контроле. Они, кстати, есть турбовые. Ну, про этот автомобиль в рекламе не нуждается. С виду целый, но опять же по передней части, по низу, сейчас его вокруг обойдем. Он на литье, летняя резина. Лобовое стекло не затронуто, двери боковые электро, сдвижные, ага, открытый, отлично. На литишке. Кастом комплектация, спойлер, хром. В общем, все есть. Дверь не откроется, мешает. Смотрите, получил по морде, по большей части по низу. То есть все осталось целое, я вам скажу больше, даже бампер это делается. Ну и балка, та железная, либо меняется, либо выправляется. Переднее сиденье диваном, кожаный руль, две электродвери, ГЛОНАСС, антиюз. Почему салоны в таком состоянии? Ну, потому что никто не чистил. Да, безусловно, в Японии к автомобилям относятся намного лучше, чем у нас. Но бывает то, что приходят вот в таком состоянии. Интересный довольно автомобиль. Так, переходим на эту сторону. Nissan Daze. Смотрите, сколько много хаслеров. Сейчас к ним еще вернемся. Это Nissan Daze. Тоже популярный кейкарчик. Простенькая комплектация. Это один из тоже из таких недорогих кейкаров. По морде, по левой стороне. Бампер под замену, фара под замену, капот под замену. Крыло идет под замену. Дверь левая осталась целая. Подвеску здесь уже поменяли. То есть рычаг поменяли, что там, стойку, наверное, поменяли. А поддончик там все целенькое осталось. В принципе, не глобал. Знаете, вот это со стороны автомобиля они смотрятся так капризно, да, так страшно. Чистый салончик, нет, не чистый, салончик требует небольшой химчистки, но подушки тоже, к сожалению, взорваны. Так, ребят, ну вот подготовили мне тут прям целый список, да, с автомобилями. Сейчас, наверное, все-таки дойдем до конца. Вот его пока уберем, спрячем, и я вам расскажу, что, сколько здесь стоит. Так. Сейчас, значит, остановились мы на Daze. По задней части он идет целый, по правой стороне он тоже идет целый. Подушки. Вот еще раз показываю, да, как взрываются подушки безопасности.
Знаете, что самое интересное? Вот при покупке автомобиля понятно, то, что неопытный человек не увидит вообще абсолютно ничего. И даже если вы сюда подключите сканер, посмотрите, то есть все это делается, сканер вам ничего не покажет. Поэтому, ну, гудок тоже работает. Поэтому покупайте, ребят, внимательно автомобили. Очень внимательно относитесь. N-Wagon по задней части целый. Досталось ему по бочине. По бочине дверь замяла, крыло заднее левое. Знаете, тоже вот многие продавцы, вот когда такого плана происходит с крылом, многие меняют, вырезают, многие делают. Люди, когда такие машины покупают, тоже каждый по-разному. Если вы меняете его, у вас будет два шва. Ну, опять же, все там от автомобиля зависит. Как правило, это два шва. То есть шов один где-то здесь, второй шов на пороге. Да, у вас крыло будет целое, там, как говорится, не крашено, но будут швы, будет шпаклевка. Итак, он на литье. Дверь задняя левая целая. Вот эту дверь замяла. Скорее всего, замяла порог. Вот немного его подзамяла вот здесь. Дверь выкидываем, ставим новую. Стойка целая, лобовое осталось целое. Крыло я бы тоже здесь поменял бы. Подвеска. Ну, подвесочка вроде вот на первый взгляд. Там все целое идет. Фара целая, решетка. Вот хром вот здесь, да, пострадал. Замятость на капоте и по правой стороне крыло тоже. Интересно, что у нас внутри здесь. Да, крепление фар целое, планка целая. Все. Все родное. Тоже популярнейший кейкар. Это, наверное, один из самых-самых популярных. Что мы тут видим? Накладки либо педали железные интересного плана, салон, обшивка двери. Кстати, кто-то может сэкономить, наверное, оставив обшивку двери здесь себе. Посмотрите вот со стороны, я вот все время всегда удивляюсь. Вот он такой маленький автомобильчик, сколько в нем много места. Ковры тут какие-то модные лежат, снизу подсветка идет. Три Хаслера подряд. Называли его, называют его мини Хаммер. Это был тоже наипопулярнейший автомобиль, когда они только появились. Они есть, они все 0.7, есть турбо, есть не турбо. Есть даже на коробке такие автомобили. Так, вот этот серенький по левой стороне идет весь целый. Фары у него такие смешные, чем-то вот как-то вот на волговский, знаете, смахивает. Бочина ему прилетела. Дверь под замену. Порог вроде целый остался здесь. Эти припертости. Все сделается. Ну и сзади стопарь под замену. Крыло. Ну, вот это вот крыло тут уже под вопросом. Хотя, в принципе, сейчас такие умельцы, то что все делают, все вытягивают. Вот какой-нибудь. О, вот только проговорил слово на коробке. Данный автомобиль на коробке. Кстати, обратили внимание, битые автомобили приходят без магнитофонов. Коробка пятиступенчатая, ручник, без климата. По духе, как видите, здесь целые идут. Ну вот можно сравнить без климата, видели, как он выглядит. А вот автомобиль, который идет на климат-контроле, согласитесь, ну намного симпатичнее смотрится именно на климате. Под духа еще одна. Здесь подлокотника нет. Подлокотник очень удобная штука в автомобиле. Вот это такая самая-самая простая комплектация. Здесь тоже удар пришелся
в морду. Ну, опять же, вот новые машины, это взять какой-нибудь старый автомобиль, я не знаю, там, как надо въехать в стену, чтобы у него морда ушла куда-нибудь. А здесь японцы хоть молодцы, но все равно на металле они как-то экономят. На металле, на деталях, там, на жесткости. Кто сталкивался с битыми автомобилями? Напишите в комментариях, как оно. То есть, стоит овчинка выделки, насколько стоит, что вообще, какие проблемы возникают в эксплуатации и возникают ли они вообще. Ну и кто сталкивался, опять же, допустим, с топляками. Кто покупал осознанно и вообще, вот купили бы вы себе топляка осознанно или не купили бы? Еще один красненький, тоже по мордашке. Кстати, вот этот автомобиль мы смотрели. По-моему, это он. Сейчас надо капот открыть, посмотреть. Досталось ему вообще не сильно. То есть по бокам, по задней части он идет. Целый он на летней резине. Пробег не помню, небольшой у него. Ну и по морде тоже он не сильно получил. Кстати, вот смотрите, трансформация сидений. Оп. Как на хитах, на шаттлах. Смотрите, какой салон огромный получается. Я уже не помню, что с ним было. Ну, понятно, то, что это подушки бомбанули. А под капотом там, по-моему, ничего серьезного не было. Да, ребят, здесь все целое осталось. Здесь помпа, по-моему, только. Ролик набломила его. И все. Бампер новый поставить. Жесткость даже вот эта вот не сильно ушла. Так все целенько. Так, ну что, давайте посмотрим сейчас цены. Так, ну давайте цены возьмем. Значит, смотрите, Мира ЕС 2017 года выпуска 365 тысяч рублей. Toyota Rush 2014 года выпуска. Этот автомобиль 4WD 779 тысяч. Prius 16 год, и он идет 4WD, полноценный гибрид, 915 тысяч рублей. Daihatsu Tor 2017 год 575 тысяч рублей. N-Box 2013 год 495 тысяч рублей. Дальше идет Nissan Days 17 год 299 тысяч рублей. Honda N-Wagon 2015 год, N-Wagon тоже идет 4WD 435 тысяч рублей. Hustler 17 год, который идет на механике, вот этот серенький, 445 тысяч рублей. Следующий Hustler 15 год 425 тысяч рублей. Hustler красный 14 год 435 тысяч рублей. И Honda N-Box стоит 360 тысяч рублей. Ребят, ну, на первое видео, наверное, будем заканчивать. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, стоит покупать битье или нет. Кто с этим, с битьем уже сталкивался, стоит ли овчинка выделки. Вот, мы забываем подписаться на канал. На сегодня все, всем пока.